Вот, если загорелась вот такая вот лампочка, и показывает, что датчик давления в шинах или что-то, он красный. Там в одном из колес был 1,7 бара, а во втором 2, в третьем. Поэтому, чтобы сбросить ошибку эту, обнулить, так называемую, нужно завестись и нажать и удерживать вот эту клавишу при заведенном двигателе. Сейчас я нажимаю ее. И видите, она сейчас проверяет шины и сбросилась. Все. И сейчас у нас никаких ошибок нету. Это ремень безопасности. Вот я пристегиваюсь. Все. Все в порядке. Вот так работает датчик давления. И сбрасывается, можно сказать, обнуляется. Если потом подкачали колеса, он обнуляется.